В апреле в Омске прошли занятия школы медиа-волонтеров «Соучастник». Обучение было организовано в рамках проекта «Социальная активность» нацпроекта образования. Сегодня у нас стартует медиа-школа. Данный проект мы готовили более 2 месяцев. Он направлен на то, чтобы у ребят появилась возможность самореализоваться в сфере медиа. Помимо этого, мы набираем себе команду медиа-волонтеров, которые вместе с нами будут посещать различные мероприятия, готовить собственный контент, ну и самореализовываться опять же. К проекту подключились около 200 омичей разных возрастов. У многих есть свои планы и идеи, которые они бы хотели реализовать, чтобы внести свой вклад в освещение работы волонтеров. Мне больше всего нравится брать интервью. Настолько нравится, что я даже попросился на стажировку в газету «Вечерний Омск», чтобы там иметь возможность брать интервью. Ну и, кстати, здесь я тоже смогу получить тот опыт, который потом могу как-то уже там применить. Так что общение с интересными людьми – это для меня самое такое главное. Обучение проходило по нескольким направлениям. Участники проекта приобрели теоретические и практические знания по фото- и видеосъемке, монтажу, фотообработке, основам дизайна, СММ и копирайтингу. Тема СММ и вообще вот соцсетей сейчас очень актуальна, и это пригодится во многих профессиях. Нужно продвигать, создавать личный бренд зачастую. Вот. И больше всего меня интересует тема дизайна, каких-то съемок. По окончании обучения участники медиашколы получили сертификаты.